Всем привет, вы на канале ХТ. Сегодня у нас видео по смартфону Xiaomi Redmi A3. Будем делать hard reset. Сразу говорю, действие с аппаратом делайте на свой страх и риск. Для начала выключаем смартфон, зажимаем клавишу питания и выключения, нажимаем выключить. И теперь на выключенном смартфоне зажимаем клавишу включения и увеличение громкости плюс. Зажимаем, удерживаем в течение 3-5 секунд. Все, клавишу питания отпускаю, клавишу плюс пока продолжу держать. Появляется вот такой открытый Android с пузом. Теперь кратковременно зажимаю питание после плюс. Все, нас перекидывают в такую вот менюшку. Здесь плюсом, минус клавишами перемещаемся до пункта WebData, подтверждаем клавиши питания. При данной процедуре у вас удаляются все ваши данные, и если был введен там Mi или Google аккаунт, необходимо будет обходить его. Видео по обходу Google аккаунта, если не забуду, ссылку выложу в описании к видео. Здесь выбираем WebData Factory Reset. Ваши данные удаляются. Если был введен Google аккаунт или Mi аккаунт, необходимо будет обходить его. Также напоминаю то, что есть услуга дистанционной разблокировки, можете писать в личку. Также напоминаю, не забывайте подписываться на каналы Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм. Так, здесь мы выбираем Reboot System Now после того, как сбросился. То есть подписывайтесь на Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм. Также не забывайте ставить лайки. Не забывайте периодически донатить, если способы вам интересны и полезны. Услуга дистанционной разблокировки она есть, но она платная. Также можете писать печку. В принципе, на этом все. Видео, если не забуду, по обходу Google аккаунта выложу в описании. До новых видео. Пока-пока.